Наконец-таки наступила настоящая весна. Природа расцвела и установилась теплая погода. Все это тянет жителей города Видное пойти в лес на пикники. Давайте вместе посмотрим, как люди отдыхают. Сделав буквально несколько шагов вглубь леса, мы увидели, что люди жгут костры, а ведь по закону это запрещено, даже в мангале, оставляют за собой мусор. Печально это видеть, особенно, когда недавно прошли субботники. Люди выходили на улицы города, убирали мусор, и в том числе лесопарковые зоны. Что вас заставило жечь костер? Праздник отмечаем. А то, что по закону нельзя жечь костер, вас это не волнует? Видите, не знали мы. Не знали? Ну вот теперь знаете, впредь не будете жечь костры? Нет, не будем больше. Мы узнали мнение одних людей, но они не единственные отдыхающие в лесу. Давайте спросим и у других, почему они устроили костер. Здравствуйте, с праздником вас. Скажите, почему устроили костер? Ведь ну, нельзя по закону. Где костер строили? А у нас мангал. Мангал. По закону даже мангал, вы не знали, нельзя? Нет, это не знали. А скажите, как вы относитесь к чистоте леса? Уберете ли вы все за собой после? Конечно, конечно, уберем, да, обязательно, да. Это очень важно, чтобы каждый убирал за собой. И мы это обязательно сделаем. Ну что же, вот мы увидели с вами, как люди отдыхают. Жгут костры, и незнание закона не освобождает от ответственности. Что касается мусора, большого его количества мы не увидели. Однако не все доносят его до урн, а предпочитают оставлять на выходе из леса. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Видное ТВ.